Лучшим работникам Национального центра медицины вручили государственные награды. Церемония прошла сегодня во время торжественного собрания в честь 25-летия центра. Моя коллега Саргалана Федорова побывала на мероприятии. Четверть века назад Национальный центр медицины принял своего первого пациента. С тех пор здесь получили помощь сотни тысяч людей. Один из старожилов поликлиники – Иван Кантагоров. Он работает в медцентре уже 25 лет. На его глазах, в частности, происходило становление нейрохирургии в республике. Для нейрохирургов, конечно, были разные изменения, но тем не менее, за вот этот период оперированы тысячи больных. Из них, значит, половина – это операции, которые возвращают жизнь больных. В 2016 году впервые в истории здравоохранения Якутии произвели трансплантацию трупной почки и фрагмента печени. Спустя почти год после этого хирург-трансплантолог, врач Новосибирской областной клинической больницы Иван Паршинников вновь посетил Якутск и принял участие в конференции. Мы с моими коллегами выполнили здесь несколько первых операций, и могу сказать, что уровень оснащения центра, уровень подготовленности хирургической бригады, он, в общем-то, находится на довольно высоком уровне. Но, конечно же, есть над чем работать. Успехи, достигнутые за последние годы, это безусловная заслуга сплоченного коллектива больницы и научных сотрудников ведущих федеральных центров. Но на достигнутом не останавливаются. В прошлом году, к примеру, в медцентре открыли отделение детской сердечно-сосудистой хирургии. За год врачи провели более 50 операций на сердце. В дальнейшем ставят задачу оперировать детей еще в утробе матери. У нас очень хорошо лечатся дети в онкологическом отделении. Мы соответствуем нашему лечению стандартам российских международных стандартов. По словам врачей центра, возраст 25 лет – самый рассвет сил, время достижений и побед. В ближайшие годы руководство планирует провести первую операцию по пересадке сердца. Для этого врачи проходят обучение в федеральных центрах. Саргалана Федорова, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.